Обустройство жилищно-строительного кооператива «Остров» на острове Русском продолжается. ЖСК «Остров» включает в себя 378 жилых помещений на 353 дольщика. Около 200 человек уже занимаются отделкой нового жилища. Результат очень хороший, и по большому счету, конечно, хотелось бы побольше активности с точки зрения заключения на сегодняшний день договоров газового обслуживания. Это по участку номер один можно заходить в «Газпром» распределение, по участку номер три, по участку номер пять. А это необходимо активизировать с целью того, чтобы поближе к отопительному сезону не было огромного вала заявлений на предмет заключения соответствующих договоров эксплуатации. Полностью завершены работы на системах водоотведения и водоснабжения, электрики, уличного освещения. При этом при пуске наладки возникают сложности из-за порывов на газовых линиях. По ходу выполнения пусконаладочных работ, да, у нас возникли проблемы, увязанные на то, что, к сожалению, некоторые жильцы не санкционированно, без согласования с подрядчиком, выполняли бурение под установку опор ограждения своих участков, под временные здания и сооружения, строительство гаражей и так далее. Было более 10 порывов на этих участках, именно газовых линий, которые подразумевают остановку подачи газа, ремонт его и дополнительную пусконаладку. То есть мы как бы на каждом порыве, к сожалению, теряли по неделе. И таких порывов было порядка 12. Активно идет строительство магистральной улицы протяженностью 2 километра 400 метров. Выполнен полный объем подстилающих, всех подстилающих слоев под основное асфальтобетонное покрытие. То есть это основной объем. Сделано бордюривание на 1,5 километра из 1,8 без примыканий. Выполнено асфальтобетонное покрытие в один слой. То есть до конца августа у нас асфальтобетонное покрытие в один слой будет закончено на 100%. Работы мы продолжаем, погода позволяет. Правительство Приморья продолжает держать ситуацию ЖСК «Остров» на контроле. Артем Белов, Диана Иванова. Новости на восьмом.